Размер.
Just my love, I got.
маленькая. Называется хочется и боится, но мама не верит. Студентом. Вечным студентом. Если резонанс. Вот сейчас резонанс будет. Это не значит, что. Давайте пойдем постепенно, не будем сразу заряды. Давайте уберем вообще все понятия. Почему давайте будет дрожать? Не я же вас не понимаю. Вот шарик будет дрожать. Да? Ну подождите, я вас не понимаю, меня попробуйте. Я всегда тебе завидовал, иду лучами, глянь своя прическа,
Серёги, ну Артура, глянцевая прическа. Как подстригусь наголо, да? Сразу в кино приглашают. Вот, там в питерский сериал пригласили. Ну, правда, с таким названием, с претензией «Морские дьяволы». Ага. Вот. На углу Патриарших, еще там какие-то были сериалы. Вот. Как только возле Мосфильма оказался, так иди сюда, иди сюда. Вот. Что-то мне твоя рожа напоминает вот, с твоей прической. Ну, конкретно, да, конкретные роли, да. Я думаю, вышел из парикмахерской, думаю, что-то не достригся. Вот. Я посмотрю еще раз на Артура, на тебя. И сделаю. Вот, эта песня посвящается кинематографу. И ты. Подарок. Так, музыка Матусовского, слова Долматовского исполняет народный артист со стороны ворот Смоленских. Со стороны Смоленских ворот. Да, где зашел Наполеон? Где прошел Наполеон? Да.
Спасибо. Следующая песня, вообще-то, наша такая, да, визитная карточка, да? Многие вот, хотят ее услышать здесь, особенно в Сергее. Да. Называется «Послание Еве» или «Еве», «Еве», да. Юга, давай так, шире, Следующая серия, да. Так, барабанщик не спать. Так, еще раз. Еще, сегодня можно. Нормально. Сегодня можно, да, можно, да. Они просто не знают, что играют, да. Еще раз, да. Мне нравится, когда вот репетиция проходит. Песня советская, наша песня, Володь, из времен советских. Удивительно!
Если захочешь, получится, да. Ты же помнишь, да? В каком? В 1731 году, вот Юра подсказывает. Да. Но она была тогда не столько, так сказать. Почему? Тогда были уже ложки, тогда были барабаны, тогда были, помост был там, ну, виселица, да, крестина. Следующая песня. Не помнишь ее, да? У Чарли Чаплина не было звездочек на шкале. Совершенно не американский блюз. Thank you.
Спасибо. Спасибо музыкантам. Спасибо. Знаете, в чем сюрприз состоит? Дело в том, что вот мы сейчас играем, да, я вроде как пою, как будто. Они вот стоят вот рядом, и ничего не знают, что играть. Они не знают этого репертуара вообще. Вот. Для них вот это вот, да, ну, практически откровение, да. Вот. За что люблю? Вот прям вот в море бросается сразу. Начинает играть. А что играть? Ну интересно же, да? Представляешь? Это ж творчество сразу прямо здесь. Самочек проводили, все равно бесполезно. Никто ничего не знает, никто ничего не помнит. Ну так, настроили аппаратуру, да. Чтобы звук хотя бы, чтобы там костюмчик сидел нормально. Следующая песня. Следующая песня. Артура нету, да, он пришел. Группа Риска еще не пришла, по-моему, в составе, нет? А сейчас, я уже говорил, что все песни на русском языке — это частушки. Каким смычком играть? Каким смычком? Частушки, рок-н-ролльные частушки, то есть... Частушки в рок-н-ролл. Втиснутый рок-н-ролл. Вот этот вот рок-н-ролл. Не формат. Вот в этот формат, не формат воткнуть, втиснуть. Играй просто, да. Просто играй и все. Просто играй.
Молодец, молодец. Да, спасибо вам за подарок. Вот. Почаще так, да. Просто я еще готов играть после 12, после 2 часов даже. А сейчас прозвучит тихая, очень тихая, короткая песня. Посвящается Вертинскому и его творчеству. И в начале глазами венчально часто.